Вот здесь еще домов не было, да, когда вы жили? Не было. Вот, домов не было, здесь была деревня, все утопало в яблоневом цвете. Да, вот, вот на этом пруду они купались, ловили рыбу, играли, катались на коньках, в хоккей играли. Александр Григорьевич Николаев не пропускает ни одной фотовыставки в сквере «Юность». Приходит и вспоминает свою молодость. В очередной тематической экспозиции «Мы родом из СССР» сам решил принять активное участие. Центр не изменился, только окраины изменились. Там, где наша была молодость, где мы катались на лыжах, теперь огромный город, так называемые каменные джунгли, я называю. Людмила Александровна Якуничева тоже представила на выставке свой личный архив. Рассказывает, что очень бережно относится к фотографиям, потому что в них отражается как история страны, так и семьи. Делал эти фотографии Александр Иванович Якуничев, мой папа. Вот. Он 20 лет проработал в газете «Ленинец». Понятно. Вот. Поэтому он фотограф был замечательный. И он нас всех фотографировал. Выставка «Мы родом из СССР» посвящена столетию образования Союза Советских Социалистических Республик. На 4 тематических стендах расположено 48 фотографий. На черно-белых снимках многие жители города вполне могут узнать своих знакомых. Это и 50-е, и 60-е, и уже 70-е годы. Здесь у нас показаны и школьники, здесь у нас показаны и вечерние школы, которые были. Мне даже кажется, что вот здесь вот у нас Надя Пирогова, прям очень похожа, моя одноклассница. Ой, какая красота! Каждый из 4 стендов представляет разные возрастные периоды в жизни прошлого поколения видного. Детсадовские, школьные, рабочие и семейные фотографии. Чудесные мгновения из жизни обычных людей. А вот это я и моя мама. Мы отдыхаем в лесу. Где-то мне тут 3-4 года. И мы очень часто отдыхали со своими родственниками. У мамы было 2 сестры родных. Мы с ними все время очень часто встречались. Мне очень дорого эти фотографии детские. И сразу воспоминания, сразу всех вспоминаю, потому что их уже нет. Сотрудники историко-культурного центра выбрали самые интересные фотографии для этой выставки и предлагают всем жителям города познакомиться с любопытными моментами из жизни поколения родом из СССР. Выставка в сквере продлится до 30 декабря. Галина Житкова, Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.